Борьба и фехтование, гимнастика и акробатика, стрельба из лука, карате, а еще лыжные гонки. Это только часть видов спорта, в которых достойно выступили спортсмены, жители Одинцовского округа. В преддверии Нового года их традиционно наградил глава муниципалитета Андрей Иванов. Ну, я знаю два фактора, которые вас точно объединяют. Первое – это то, что представляете Одинцовский округ. И наше гордое имя звучит по всей стране, а возможно где-то за ее пределами, благодаря вашим успехам. А второе, то, что вы лучшие в своем деле, у вас присутствует жажда стать лидерами. И это очень хорошее качество, которое, собственно, позволяет вам добиваться таких успехов. Среди счастливчиков 18 человек, как взрослые, так и дети. Это победители и призеры чемпионатов России, Центрального федерального округа и Московской области, а также Всероссийской спартакиады. Андрей Иванов совместно с олимпийским чемпионом Александром Легковым вручили спортсменам подарки и благодарственные письма. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».